Дорогие друзья, всем привет! По программе спортивно-патриотического клуба «Ярополк» каждое воскресенье мы выезжаем в Купель. К нам могут присоединиться не только члены клуба, а также любой желающий красногорец. Выезжаем в 11, приезжаем обратно в 12:30. Тратится всего на 1.5 часа. Ждем всех дружить с холодной водой! Подходим к двум тиктокерам. Дэнни, ты будешь выкладывать сегодняшнее видео у себя в тиктоке? Да. Да? И что ты подпишешь? Обливаю спортивным клубом «Ярополк». И все? Это хайп? С самым крутым клубом. С самым крутым клубом, ладно. Пока они нас не видят, посмотрите, что они делают. Вот что значит продвинутая молодежь в «Ярополке». Так вы настраиваетесь перед купанием? Да. Че? Макс! Опа! Смотрите, вот что значит, если только дети у нас, да. По крайней мере, это лучше, чем какие-то игрушки. Самый у нас постоянно такой, самый молодой, молодой в душе и снаружи, хотя 65 лет. Не скажете. Сумасшедший. А сколько вам? 58. Ну, вы совсем себя старуху сделали. Не, ну вы обливаетесь, закаливаетесь и выглядите очень молодо. Ну не 65, скажи, не 58. 58, да. 58, а 65. 58 лет, но все равно вы выглядите на 40. Да, ну спасибо, да. Илья Сергеевич. Очень приятно слышать. И всем советую, закаляйтесь, купайтесь. 65. Да, видимо, когда я сказал не играть в игрушки, все поняли правильно. Саш, продолжим нашу серию. В тот раз мы обращались к себе, почему ты не купаешься, сказал, боишься. А вот смотри, сегодня столько детей поехала, в 3 раза больше, чем в тот раз. Может быть, тебе что-то внутри там защебетало, и ты окунешься с нами? Я не буду окунуться, боюсь, обратно вас не довезу. Обратно не довезешь? Экстрим. Пошли. Приехали в село Дмитровское Красногорского района. Температура сегодня плюс 1 градус. Сегодня сколько? 25 человек. Преимущественно спортсмены и родители нашего клуба, а также 2 желающих красногорца. Подписывайтесь на нас. Если вы захотите с нами окунуться, надо позвонить администратору и записаться. При этом ни за что платить не надо. Большой автобус предоставляет клуб «Ярополк». На самом деле красиво. Лес, снег. «24 января 2021 года Ярополк в очередной раз приехал в Купель. Нас уже сегодня 25 человек. Ждем всех желающих красногорцев, а также спортсменов клуба «Ярополк», их родителей, всех неравнодушных людей, которые любят холодную воду, окунуться с нами. Большой автобус с нас. В 11 часов выезжаем, приезжаем обратно в 12:30. Буквально недавно мы окунались в Крещение. Было минус 19. Сегодня плюс 1, и поверьте мне, друзья, при минус 19 окунаться намного легче, чем когда на улице плюс 1, а вода плюс 4. Хорошо, хорошо.
не пойду. Красота. Смотри на нас, поесть борща, поспать или покупаться? Поспать, конечно. Поспать, надо! Так, молодежь, как только тут чай будет. Хочу сказать всем красногорцам, клуб Ярополк, приезжайте, занимайтесь. Это очень полезно и очень хорошо. Вот я, например, не боюсь, дома в холодную ванну даже залазить. А люди не говорят, что здесь. Что? С Богом! Закаляйся, как сталь. Искупались, и все проблемы ушли. Доказано, что холодная вода повышает не только иммунитет, но и настроение. У вас проблемы? Окунитесь. Закаливайтесь! Ярополке! Занимайтесь спортом, чтобы девки вас любили. Да я и скажу прав. Школа вправ. Занимайтесь спортом, чтобы вас девушки любили. Да, я подтверждаю слова моего воспитанника.